Всем привет! Сегодня будем смотреть китайскую копию наушников Earphones за $1. Наушники покупались на сайте AliExpress, ну и стоимость $1. Вот в такой вот пакетик они пришли, да, там был завернута вещь, там пупырчатая пленка, это все я вам не решил показывать. Так, выглядят сами наушники вот таким вот образом. Действительно, вот сами вот эти вот таблетки, так называемые, они выглядят практически так, как у оригинала. Вот. Сфокусируется камера, вот. Выглядит как у оригинала, вот LR написано. Действительно, сделан так достаточно неплохо. Сейчас вот мы их распутаем. Шли примерно 50 дней. Сейчас вот. Вот, достаточно длинные, хорошие. Что касается звучания. Сейчас я вот вам включу музыку, не знаю, вы услышите или нет. Ну, скажу заранее, звучание посредственно. Ну, за... Вот, кстати, вот эта вещь не похожа на оригинал. Ну, думаю, звучание за 30 рублей даже очень хорошее. То есть, наверное, где-то вот такие наушники стоили бы рублей 300 в рознице. Так. Сейчас вот мы включим какую-нибудь песенку. Вот, например, вот такую. То есть вы слышите басов, конечно же, нет, но звук достаточно неплохой, то есть слушать можно. В ушах, так, в ушах держится достаточно-таки неплохо, но все же вот, не знаю, в какой-то, но было неудобство. Ну, похоже на оригинал, думаю, на улице, конечно же, не поймут, что это китайская копия. Думаю, вот за эти деньги, за доллар всего лишь, что это очень хорошие наушники, заказывайте. Вот и все, подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Скоро будут другие распаковки, товары идут. Всем пока!